Проверить свое здоровье в автопоезде «Забота» смогут жители поселка Дунай. Бригада врачей из краевых клиник Приморья проведет бесплатное медицинское обследование всех желающих. Поликлиника на колесах будет работать в поселке с 15 по 18 октября. Проект осуществляется в рамках реализации государственной программы развития здравоохранения Приморского края по инициативе губернатора Владимира Миклушевского. Подробнее в сюжете Марии Поповой. Несмотря на раннее субботнее утро, перед голубыми вагончиками автопоезда «Забота» уже выстроилась очередь. Жители поселка Дунай торопятся попасть на прием к краевым медицинским специалистам. Приезд в передвижную поликлинику – это реальная возможность проверить состояние своего здоровья, не затрачивая деньги и время на поездку в больницу, что очень удобно, особенно для пожилых людей. Автопоезд «Забота» – это два автомобиля специализированных, в котором расположены лаборатория, УЗИ, флюорография. И параллельно осуществляется прием врачами-специалистами, краевыми врачами-специалистами в здании ДК «Восток». В составе прибывшей бригады врачей – терапевт, дерматолог, невролог, эндокринолог, хирург, врач УЗИ диагностики, стоматолог, гинеколог, офтальмолог. В общем, такие специалисты, помощь которых особенно востребована на отдаленных от центра территориях. В автопоезде есть оборудованный кабинет клинической лабораторной диагностики. Желающие могут сделать флюорографию. Причем вся медицинская помощь оказывается бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Все желающие могут, имея полис и паспорт, посетить интересующего его врача. Никаких документов не нужно. Паспорт гражданина Российской Федерации, полис. Любой гражданин с любой территории может прийти и посетить врача. Напомним, что инициатором создания медицинских автопоездов, курсирующих по Приморью, стал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Пилотный рейс «Заботы» был выполнен летом 2015 года и показал высокую востребованность в квалифицированной медицинской помощи жителям, проживающим в отдаленных от крупных городов населенных пунктах. Цель данного проекта – сделать качественную медицинскую помощь доступнее для жителей Приморской глубинки. Надо причину первую убрать. Ну, это вылечить печенку и убрать жидкость лишнюю туда. И тогда, соответственно, побочные грыжи будут намного меньше. В поселке Дунай поликлиника на колесах будет работать до 18 октября. За 4 дня пройти комплексный осмотр и получить консультации узких специалистов смогут около 400 человек, причем и взрослые, и дети. Диспансеризация позволит выявить проблемы со здоровьем у обратившихся жителей, определить факторы риска развития тяжелых заболеваний. При необходимости пациенты также получат направление на дообследование в ведущих клиниках края.